Ситуация усложняется, когда появляется Хазел и говорит, кто она такая. Время, которое он выбрал для появления, так же важно, как и то, кем он является. С другой стороны, это ситуация, с которой сталкивается Хайет, пытаясь заставить ее простить себя, сильно ее потрясает. Его вера в Мурата и брак пошатнулась. Она решает уйти от Мурата, но Азими предлагает ему другое решение. Между Хашметом и Азими раскроются истины, которые были скрыты в течение 50 лет, и Хашмет потребует отчета о поздней любви. Подумав, что любимый мужчина изменяет ей с кем-то другим, Хайет не поверила, что Хазал – бывшая девушка Дарука, хотя и вздохнула от объяснения Мурата. Хайет, который внезапно столкнулся с Хазал и узнал, кто она такая, понял, почему Мурат плохо с ней обращался после того, как она оправилась от шока. Главной целью Хазал, которая постоянно была на телефоне с загадочным человеком, было вымогательство денег, а подозрительность Мурата к себе перевернула все его планы, когда он уже почти достиг своей цели. Однако тот факт, что Хайет, не зная о последних событиях, отвез деньги Хазал, открыл правду, которую годами скрывали. Мурат узнал о том, что его мать жива, пока гонялся за Хазал, и сразу же после полученного известия встретил свою мать. После захватывающий дух последней серии спросил Автана «Пойми», взоры были обращены на новый трейлер, и это было дело любопытно, что Мурат будет делать после того, как спустя годы воссоединится со своей матерью. Хотя новый выпущенный трейлер дает представление об этой проблеме, решение Хайета было главной достопримечательностью изображений. Пока Мурат пытается связаться с Хазал, за которой он охотится, происходит неожиданное развитие событий. Какие перемены ждут маму Мурата в жизни молодого человека? Продолжая годами терпеть боль обмана от Хайета, Мурат ближе к финалу нашел свою мать. В то время как любовное признание Мурата помогло Хайет смягчиться, события ближе к финалу замкнули всех на экране. Мурат, который пошел за Хазал, пытавшийся его обмануть, узнал, что его мать жива. Было интересно посмотреть, что за человек эта женщина в черном. Узнав, что его мать жива в новом эпизоде, Мурат приходит в замешательство, когда обнаруживает перед собой свою мать, которую он годами считал мертвой. Несмотря на все настойчивости, он хочет усыновить свою новую мать. Хайет, которая не выносит, что Мурат вымещает всю ее обиду и гнев, бросает ее, хотя она его очень любит. С другой стороны, семью Сарсилмас ждет большой сюрприз. Азими, которая спустя годы находит свою бывшую невесту, переживает большое потрясение. Mientras Hayat intenta que Murat se perdone a sí mismo y vuelva a los viejos tiempos, una mujer misteriosa que aparece hace que todo se ponga patas arriba. ¿Quién es Hazal, a quien Murat esconde de todos? Una decisión difícil le espera a Hayat, quien sospecha de Murat. La llegada de Hazmet Dede, que no puede digerir las noticias del periódico, llega a Sarte, lo que complica aún más las cosas. Mientras la vida le dice que sí a Murat, sin darse cuenta del punto muerto en el que caerá, Murat oscila entre el amor y la ira con sentimientos encontrados. Con el peso de los hechos que aprendió, comienza a quitarle el dolor a Hayat. Hayat, sin darse cuenta de los hechos que aprendió Murat, ve toda la culpa en sí misma y piensa que Murat no puede perdonarla por la mentira que dijo. Sin embargo, no tiene intención de rendirse. Pase lo que pase, Murat nunca la dejará hasta que ella lo perdone. En medio de todo esto, Murat se encuentra con otra realidad inesperada mientras se resiste a los esfuerzos del abuelo por recuperar a Hayat. El vínculo entre las dos familias está ligado a relatos del pasado. Счастливый конец Хайета и Мурата – это начало трудных дней. В то время как жизнь говорит Мурату «да», не подозревая, в какой тупик он попадет, Мурат колеблется между любовью и гневом со смешанными чувствами. С весом фактов, которые он узнал, он начинает избавлять Хайета от всего. Хайет, не зная о фактах, которые узнал Мурат, видит всю вину на себе и думает, что Мурат не может простить ее из-за сказанной ей лжи. Однако он не собирается сдаваться. Что бы ни случилось, Мурат никогда не оставит ее, пока она его не простит. Посреди всего этого Мурат сталкивается с другой неожиданной реальностью, сопротивляясь попыткам дедушки вернуть Хайет. Связь между двумя семьями связана со счетами из прошлого. Мурат, который попал на свадьбу, пока все сдавались, выполняет свое обещание и женится на Хайет. Пока Хайет говорит Мурату «да», не подозревая, в какой тупик он попадет, Мурат борется между любовью и гневом со смешанными чувствами. Хайет, теперь уже замужнюю женщину, ждут тяжелые дни. Потому что мужчина, которого она любит и к которому привязана с большой любовью, не такой, как мужчина, с которым она сидела за свадебным столом.
Мурат, превратившийся в совершенно другого мужчину в 18 серии Асклафта Насламас, начинает принимать боль от удара, который он получил от женщин в своей жизни от Хаят. Не подозревая о фактах, которые узнал Мурат, Хаят видит всю вину на себе. И по этой причине он стремится заставить Мурата простить его. Мурат не оставит ее, пока она его не простит. С другой стороны, Мурат, у которого есть четкая позиция против попыток дедушки вернуть Хаят, сталкивается с другой неожиданной правдой. Напряжение между старейшинами двух семей возникает из-за рассказов из прошлого. Несмотря на то, что Мурат остановил Хаят на пути в Гирисун, это стало новым счастливым началом для них двоих, но эта любовь подвергается серьезному испытанию. Мурат, пытающийся простить Хаята, несмотря на всю ложь, теперь сталкивается с еще одним препятствием. Дедушка жизни Хасмёт. С появлением уз двух семей, основанных на прошлом, Мурат сталкивается лицом к лицу с возможностью полностью потерять Хаят. Кто станет победителем в нарастающей войне между Хашмётом и Муратом? Однако Мурата, не отпускающего руку Хаята, несмотря на все трудности, переворачивает с ног на голову очередной удар, откуда он не ожидал. Сначала Хаят, теперь ее мать. Хаят и Мурат заплатят за ошибки прошлого, и тайна, которая выйдет наружу, создаст большой перелом в их жизни. И жизни великое ожидание, будет ли у него счастливый конец или большое разочарование. Несмотря на то, что Мурат остановил Хаят на пути в Гирисун, это стало новым счастливым началом для них двоих, но эта любовь подвергается серьезному испытанию. Мурат, пытающийся простить Хаята, несмотря на всю ложь, теперь сталкивается с еще одним препятствием. Дедушка жизни Хасмёт. С появлением уз двух семей, основанных на прошлом, Мурат сталкивается лицом к лицу с возможностью полностью потерять Хаят. Кто станет победителем в нарастающей войне между Хашмётом и Муратом? Однако Мурата, не отпускающего руку Хаята, несмотря на все трудности, переворачивает с ног на голову очередной удар, откуда он не ожидал. Сначала Хаят, теперь ее мать. Хаят и Мурат заплатят за ошибки прошлого, и тайна, которая выйдет наружу, создаст большой перелом в их жизни. И жизни великое ожидание, будет ли у него счастливый конец или большое разочарование. Ибрагим, который пытался разорвать любовь между Хаятом и Муратом, придя на пломбы Дидем, полюбил Хаят и признался в любви в 15 серии. Мурату, который подслушал это признание, становилось все хуже с Ибрагимом. В отношениях Хаят и Мурата все хорошо. Тувалю, который спроектировал и сшил для нее свадебное платье, удается доставить счастье Мурату и Хаят. Однако, что происходит дальше, ситуации меняются местами, и Мурат рвет свадебное платье, которое тувальская дама сшила для Хаята. Пока происходили все эти события, Керем, узнавший, что Хаят на самом деле не Суна Пикташ, не появляется в последней серии.